Наш рассказ о молодом командире танкового взвода, коммунисте Сергее Петровиче Климове. 22-й, 23-й, я 21-й. За мной колонну марш! 3 года назад окончил он Казанское высшее танковое училище. А теперь служит в одном из подразделений Краснознаменного Уральского военного округа. Выбор профессии для Сергея Климова не случайен. Его отец посвятил себя военному делу. Вот учебной танковой роты, которым Сергей командует, получает только отличные оценки. Будущие младшие специалисты танковых войск уважительно относятся к своему командиру. А его забота – помочь им войти в ритм воинской службы, воспитать мастеров военного дела. Всей своей деятельностью такие командиры, как Сергей Климов, подтверждают справедливость размышлений Леонида Ильича Брежнева, приведенных в его книге «Воспоминания», где он говорит о необходимости бережного, чуткого отношения к солдату. В сентябре нынешнего года Сергей Петрович Климов награжден почетной грамотой ЦК Комсомола.